Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши учебные видеосъемки. И я вам предлагаю тонну интересных видео, которые сняты за последний месяц. Такие как окончание гребня, два варианта. Полукруг и под 45 градусов. Примыкание рядового, 11 серий. Подробно, шаг за шагом, рассказывается, как делать примыкание, используя бумажные выкройки, которые я беру из практического руководства компании КМЕ, то есть фирмы, которая поставляет медь по всему миру. Заходите на мой канал, смотрите мои видео Фальц онлайн. Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов и встретимся на онлайн-курсах фальцевой кровли. Удачи! В феврале этого года в колледже водных ресурсов я принимал участие в качестве эксперта в судействе молодежной команды, которую подготовили для участия в конкурсе. Вот здесь я являюсь судьей. Вот мой сертификат эксперта. Спасибо за просмотр. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли, а я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «Фальц. Онлайн. Обучение кровельщиков по металлу» будет проводиться смешанно, то есть в начале установочные занятия, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но уже онлайн, по тарифу оптимальные 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков на начальном этапе – это революционный прорыв. Это полноценное, систематическое, полное, завершенное качественное обучение
совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Санкт-Петербург ему выдает премию в сумме 200 тысяч рублей. Второе место, замечать колледж, можно работать здесь при желании. Так, станция школьный вопрос. Друг подвижу площадь. Да, ну что вам, отвечали, вроде неплохо. Давайте вам сами прислал. Теперь пройдемте. Есть вопросы? Не поставил оценку, да? Всем здравствуйте. 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 Я вас приведу в помещение по кровельным работам.
Фальц онлайн для новичков. Где научиться, как стать кровельщиком? Онлайн-курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста-практика. Обучение по немецким первоисточникам. 2 месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн-платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы.